Архангельский собор Московского Кремля, Ростовский Успенский собор, Успенский собор Троицы Сергиевой Лавры, Софийский собор в Вологде. Ко всем этим знаменитым духовным сооружениям приложил руку православный иконописец Дмитрий Григорьев Плеханов. О жизни этого выдающегося мастера известно мало, что родился в Переславле-Залесском в 1642 году, что было из потомственных иконописцев, но, к счастью, документы сохранили более-менее сведения об участии Плеханова в росписях великих русских храмов. Искусствоведы приписывают художнику пионерство в области тематики изображаемых духовных сюжетов. Впервые Плехановым были изображены страдания апостолов, впервые акафист Успению Пресвятой Богородицы и песнь песней из Ветхого Завета. Впервые иконописец использовал в качестве подписей к сюжетам восточнославянские вирши. К работам выдающегося мастера мы бы хотели добавить его участие в росписях Ярославской церкви Иоанна Предтечи, единственном в России 15-главном храме, и церкви Спаса на Синях в Ростове. Предполагается, что Дмитрий Плеханов работал также в Воскресенском соборе в Тутаеве и в Троицком соборе Яковлевского монастыря в Ростове Великом. Год смерти мастера неизвестный, но предполагаемая кончина Божьей воли случилась около 1710 года.